СТМ. Начинается матч, стартовый удар проводит Юрий Кушнарев, бьющий Енисей СТМ. Ну, а я представлю сейчас составы играющих команд. Начну с гостей, Славы. Они по картинке у вас будут сейчас слева, в красно-черной комбинированной форме и желтых гетрах. Положение команд вам также сообщу. Енисей СТМ безоговорочно лидирует. 4 победы команда одержала, и все с бонусными попытками, с бонусными очками. Таким образом, 20 очков после 4 матчей у Енисея СТМ. На втором месте Краснодарская Кубань. Есть возможность для первой попытки, и она состоится сейчас уже на самом старте матча. На четвертом месте после 5 игр 2 победы и 3 поражения. Юрий Кушнарев забивает эту реализацию. Рак. И заработал штрафной. Быстрый розыгрыш мяча. Узунов налево в линию трех четвертных. Переводится мяч. И уже навис над зачеткой 13 номер Алексей Цей. Финал Кубка страны. Если не ошибаюсь, на 14 августа назначен. Енисей, ВВА Подмосковье. Юрий Кушнарев с мячом на бровке. Протер его полотенчиком. Выигрывает коридор Енисей. И молом сейчас пошли в сторону зачетки Славы. И заносят этот мяч нападающие Енисея. А может еще два. Бьет Кушнарев. Сегодня он точен. 21-0 становится счет. Александр Журавлев. Летит мяч, смотрим за боковыми. Да, поднимают они флажки. 21-300. Коридор. Выигрывает очередной коридор Енисей. Разворачивается атака веером. Кушнарев сделал обманное движение, что якобы будет отдавать передачу партнеру, но нашел эту лазейку. Не очень простая для исполнения реализация. Но попадает Юрий Кушнарев. Вдвоем его пытаются там остановить. Здорово ворвался сейчас и получил мяч Алексей Цейцин. Атака продолжается. Кушнарев. Короткий пас. Ответная передача. Пятая реализация. До этого 4 исполнено точно и безукоризненно. Попадает и сейчас Юрий Кушнарев. И перехватывают, более того, мяч красноярцы. И продвигаются к зачетке молом. Выводится из мола мяч. Цейцин. И Курашов. И Курашов здесь защитник. Готовится Юрий Кушнарев. Летит мяч. И вновь точен Юрий Кушнарев. 42-3. И не исключено, что мы увидим первый выход на поле после чемпионата Европы наших новоиспеченных чемпионов Европы по регби 7 красноярцев Рамиля Гасина и Дениса Семплякевича. Они сегодня в запасе. И это для них может стать первой игрой после победы в чемпионате Европы. Ну и попытка столба. Смотрит там, посмотрел на секундомер. И еще одна реализация точная. Вместо кого вышли вышеназванные регбисты. Енисей выигрывает свою схватку. Перевод на левый фланг. Гайсина, Семплякевича. Семплякевич один в один. И попытка новоиспеченного чемпиона Европы Рамиля Гайсина. Попадает Рамиль Гайсин. 56.
командой, против команды «Кубань» из Краснодара, которая пока идет на втором месте в чемпионате. Здорово! Отличный короткий пас на Алексея Цейцина. И прямо... ее, но это несложная реализация. Нужно тут над штангой только мяч навесить. 63-3. По-прежнему владеет. Если не ошибаюсь, Алексей Щербань вышел. Да, и он идет в проход. Убегает от практически всех москвичей, но последний защитник его все-таки придержал. Но попытка, тем не менее, состоялась. Енисей СТМ и Слава сыграли 52 матча. Сегодня 53-й. Енисей СТМ 44 победы одержал. Гайсин забивает. 70-3 становится счет. Забивает Рамиль Гайсин. 73-3. Выбивает мяч в аут Рамиль Гайсин. И звучит финальный свисток. Ну что ж, 73-3. Енисей СТМ одерживает убедительнейшую победу. 10 попыток сегодня мы с вами увидели.